улыбчиво во всем настроении. Вот мы уже и связали все детальки слоненка. Вот такой комплект у нас должен получиться. И сейчас давайте соберем все детальки вместе. К основной детали пришиваем ножки и ручки там, где они должны быть. Я думаю, с этим проблем не возникнет. Я располагаю ножки, подкалываю булавочкой и пришиваю. Я когда пришиваю ножки, когда уже ножка пришита, остаток нитки я не отрезаю, а вывожу ее в это место. Из нее я сделаю хвостик. Вкалываю и оставляю этот хвостик нитки вот здесь, в этом месте. Дальше я сформирую из него хвостик. Так, ножки пришиты. То же самое проделываем с ручками. Ручки располагаем там, где они и должны быть, подкалываем и пришиваем. Ручки я уже пришила, теперь пришьем глазки. Глазки — это у меня деревянные бусинки. Я беру ту же нить, из которой вязала. Закреплю ее не в том месте, где будут глазки, а ниже, вот здесь, чтобы пришить глазки и сделать небольшие утяжечки. Так. Закреплю здесь ниточку вот так. И теперь иголочку вывожу в то место, где должны быть глазки. Вот так. Пришиваю первый глазик. Смотрю, чтобы он красиво смотрелся. При этом немножечко подтягиваю и иголочку вывожу вместо пришива второго глазика. Вот так. И пришиваю второй глазик. Иголочку вывожу вот так. Тоже немножечко подтягиваю. Дальше ниточку здесь закрепляю и прокалываю в место, где начинала. Вот так. И проделываю это еще раз. Каждый раз немножечко подтягиваю.
Вот так. Вот. И перехожу ко второму глазику. Вот. И все. Дальше закрепляю ниточку. Вот. Здесь уже закреплю пару стежочками. Все. Теперь можно сформировать и приступить к пришиву ушек. Теперь пришиваем ушки. Ушки сами по себе очень хорошо ложатся, поэтому я просто прикладываю их к слоненку в таком положении, в котором мне нравится, то ли выше, то ли можете ниже, по вашему желанию. Главное, чтобы они были на одинаковом расстоянии и были симметрично пришиты как впереди, так и сзади. Если вы выбрали положение ушек, которое вам нравится, прикалываем булавочками где-то вот так. Сзади выравниваем ушки, чтобы они были тоже на одинаковом расстоянии. И только тогда пришиваем, когда ушки выровнены и красиво смотрятся. Вот так. Если нам нравится результат, мы смело их пришиваем. Пришиваю я их только по вот этому свободному краю. Пришиваем. Ушки пришиты. Из ниточек я заплела небольшую косичку, завязала, и все, получился маленький хвостик. Ниточки срежу и остатки пряжи просто разделю на маленькие ниточки. Вот так. И получится маленький хвостик. С кисточкой. Вот такие маленькие и милые слоники у меня получились. Всем, кто вязал со мной, большое спасибо. Присылайте фотографию своих слонят мне на страничку ВКонтакте. Мне будет очень приятно и интересно на них посмотреть.